Всем привет, друзья! Вы на канале Теннисный Балабол. Ну что ж, друзья, вот у нас с вами и закончились все основные крупные турниры по теннису в 2018 году. Однако не спешите расстраиваться, межсезонье у нас совсем небольшое в теннисе, оно меньше месяца, и уже буквально в конце декабря у нас с вами стартуют новые и интересные турниры по теннису. Но и даже в этот небольшой перерыв я буду вас радовать интересным и полезным контентом. В ближайшее время выйдет несколько новых обучающих роликов, о которых меня многие уже давно просили, но еще много чего интересного. А сегодня, друзья, я решил отобрать 10 самых лучших и интересных розыгрышей в женском теннисе за 2018 год. Скажу сразу, это лично мой топ, по моим, скажем так, предпочтениям и вкусам. Сделать, скажу сразу, это было очень непросто, потому что отобрать 10 розыгрышей за весь сезон, эта задача оказалась не из легких, так как за весь год набралось очень немало интересных розыгрышей. Надеюсь, вам понравится этот топ. Ну а перед тем, как мы перейдем к просмотру самих розыгрышей, я вам хочу порекомендовать сервис MailBet, где помимо очень широкой линии спортивных событий и сходов, вас также ждет очень приятные условия для новичков, интересный и продуманный интерфейс, большое количество трансляций, страховки экспрессов и, что самое важное, очень быстрый вывод. Так что заходите, ссылочка на регистрацию будет в описании к этому видео. Я уверен, что вам должно понравиться. Ну а теперь давайте перейдем к просмотру самих розыгрышей. Всем приятного просмотра! Outstanding. Wow, how well did they both do that? If she wins this set, no one would be out either. Thank you.
Sensational. Oh, look at the agility at the net. Yes, she did. She has no business doing it. Ну, вот такой был мой топ, друзья. Напишите, согласны ли вы с ним, и понравились ли вам эти розыгрыши, и понравилась ли вам данная подборка. А также напишите, хотите ли вы подобную подборку в мужском теннисе за 2018 год. Не забывайте также, друзья, подписаться на мой канал, если вы что-то не успели сделать. Также жмите колокольчик, чтобы не пропускать выходы новых выпусков. Но я, как обычно, желаю вам всем удачи и увидимся с вами в новых видео. До встречи!